Приветствую вас, и с точки зрения психологии можно говорить о том, что с этим местом у вас связаны могут быть какие-то ассоциации, воспоминания, чувства, может быть, это место напоминает вам о чем-нибудь, о каких-то происшествиях, например, связанных, ну, которые были с вами. Например, это место напоминает вам о чем-то из детства, когда вы, допустим, ну, где вы были и где вам было не очень хорошо. Понимаете? То есть могут быть довольно разные вещи, но если вот разобрать, да, вот с чем у вас ассоциируется, например, в это место, да, с чем у вас ассоциируется карьера, вот этот вот глиняный, как вы его воспринимаете, допустим, как он вам видится, например, этот карьер. Если вот так ситуацию смотреть, да, то можно, в принципе, докопаться до правды, почему вас это так беспокоит, почему вас это так волнует, и, собственно, что заставляет вас чувствовать себя плохо. В любом случае есть причина, и вряд ли эта причина может быть какая-то мистическая. Вот, мне думается, что, скорее всего, дело именно в вас, то есть, ну, опять же, с точки зрения психологии, да, дело, скорее всего, именно в вас, то есть, как вы сами воспринимаете это место. Вот, может быть, вам неприятно это место, может быть, оно тревожно для вас, да, и так далее. То есть, может быть, вообще довольно много вариантов, в принципе, да, которые привели вас к этому. Поэтому нужно все проанализировать. Например, я думаю, что вам нужно поассоциировать на тему того, что для вас значит этот карьер, это место. И я уверен, что придут ассоциации, по большому счету, негативные, скорее, чем позитивные. Вот именно поэтому я вас подавляю. Если ничего нет, если никаких ассоциаций не придет вам, тогда это, да, можно говорить о том, что действительно, может быть, там какая-то вот энергетика не очень хорошая. Вот. Но энергетика, опять же, нужно понимать, что такое энергетика правильно. Энергетика — это не что-то мистическое, а энергетика — это скорее, знаете, ну, место скопления определенной энергии негативной, например. Откуда она, конечно, нельзя сказать, откуда она. Это не психологический вопрос. Вот. Но то-то она, может быть, это однозначно. Вот. Я уверен, что сперва нужно именно разобраться с тем, все-таки, как вы сами воспринимаете это место. Вот. Это мне кажется наиболее важным моментом. Потому что, так, знаете, можно... Ну, так можно очень быстро прийти к тому, что вам везде будет плохо, да, ну или там в каких-то местах вам будет плохо, и вы также будете, вы также будете думать, что это из-за места, вы понимаете.
То есть я склонен думать, что дело не вместе, а я склонен думать, что дело именно все же в том, что как вы его воспринимаете. А для этого нужно анализировать ваше прошлое. Опять же. То есть вот так. Ну опять же, хотите вы этого или нет, это уже исключительно на ваше усмотрение. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад вам помочь. А если понравился мой ответ, буду благодарен за оценку. Надеюсь, что ситуация разрешится хорошо. Желаю вам всего самого доброго и удачи.